эфире «Новости культуры», с вами Екатерина Славянская. Он учился в институте Омара Хайяма, как он сам говорил, и мечтал создавать дивные напитки. Она грезила сценой. Волею судеб они оказались на соседних креслах во время концерта в консерватории. Первый миг отторжения, затем становится ясно, та же судьба их крепко связала вместе. Родственные души. Но сколько пройдет времени и удастся ли любви пробить стену обстоятельств? Трогательную такую понятную историю расскажут актеры театра и кино Егор Бероев и Юлия Хлынина. В Краснодаре они представят спектакль «Варшавская мелодия». Она источает свет и наполняет мир прекрасным, а именно своими композициями, в которых всегда надежда на лучшее. В Краснодаре программу «На контрасте» представят Светлана Сурганова и оркестр. Эстет и питерский интеллектуал, обладательница безупречного вкуса. Она всегда на своих концертах погружает публику в особую атмосферу добра и мира. В этом году группа отмечает 17-летие, а совсем недавно музыканты представили новую песню «Река» с философским смыслом и волнующей темой. Услышать ее посчастливится краснодарцам 28 марта и, конечно, не обойдется без любимых композиций. Я устану пить и возьмусь за ум. Университет и карьерный рост. И мой голос в трубке зевает. Ум будет с ней и грифы прост. Фильмы и смыслы, вопросы и ответы, беседа и автографы. Один из самых титулованных и неординарных режиссеров современности приедет в Краснодар. В краевой столице пройдет творческий вечер Андрея Звягинцева. Лауреат Венецианского и Каннского кинофестиваля, номинант премии «Оскар», представит книгу «Сценарий» и расскажет о своем пути в кинематографе, как рождаются его творения, которые восхищают и шокируют, наводят на мысли и заставляют действовать. В них есть сильные, пронизывающие диалоги и неспешные кадры с протяжными пейзажами. А в общем-то, вся наша жизнь с ее повседневной серостью и сильными чувствами. Не ты выбираешь тему или идею, а идея выбирает тебя. То есть она сама приходит к тебе и просится. Ты ее никогда не формулируешь. Формулировать ты ее начинаешь, по сути, тогда, когда фильм уже готов. Он начинает жить своей жизнью. Их песни поет весь мир. Настала пора и Краснодара. В краевой столице пройдет новое симфоническое шоу «Богемская рапсодия». Великолепная музыка, фантастические гитарные партии, мощный проникновенный вокал. Все это трибьют группа Radio Queen. К 50-летию легендарного коллектива артисты подготовили особенную программу. В этот вечер будет звучать богемская рапсодия «We will rock you, we are the champions, don't stop me now». Провести время ярко и получить истинное удовольствие можно 3 марта в Краснодаре. Он попадает в самое сердце своим пронзительным вокалом и огненной хореографией. Головокружительное шоу в Краснодаре представит один из самых ярких и талантливых исполнителей современности, участник Евровидения Сергей Лазарев. Грандиозный энтур – это невероятные декорации, неимоверное количество шикарных костюмов, пламенные хореографии и, конечно, мировые хиты. Шоу Сергея неоднократно признавались лучшими не только в России, но и за рубежом. Провести ярко вечер и прочувствовать на себе незабываемую энергетику можно 27 февраля. Снять короткометражный фильм по произведениям легендарного Стивена Кинга всего за $1. Не фантастика, а реальность. Среди тех, кому посчастливилось, много россиян и даже наши земляки. Подробности у моих гостей, директора фестиваля «Dollar Baby Russia» Андрея Попова и режиссера Марины Сиденко. Всем привет! Привет. Ну что, рассказывайте, какие условия, кто может стать участником и получить одобрение самого Стивена Кинга? Андрей, к тебе вопрос. Принять участие может любой человек. Главное, нужно зайти на сайт Стивена Кинга, найти нужную страничку, где представлены все фильмы этого проекта «Dollar Baby». Там где-то 20 рассказов и стихотворений. Заполнить форму, отправить по-английски 2-3 строчки, почему вы хотите снимать.
и какой рассказ вы выбираете для экранизации. Любой человек может. И сразу скажу, что отказы почти очень редки. Угу. Ну, очень-очень много россиян. Вот это действительно поражает, и, наверное, и с популярностью Стивена Кинга, и то, что так много согласен. И, слава богу, наш фестиваль уже существует многие годы, и в том числе мы даем интервью тебе на Кубань-24, с удовольствием приходим. Но, к сожалению, почему-то не вся Россия, еще не все уголки России знают об этом фестивале. Вдруг произошло событие. 10 дней назад мне начали звонить со всех уголков, и BBC, русская служба, что-то, какие-то телеканалы, и просить комментарий по поводу такого события. 16-летняя школьница из Томска, Диана Костырина, заключила договор со Стивеном Кингом. Угу. Это самый юный участник этого проекта. И даже Стивен Кинг прокомментировал это событие, что он протянул руку помощи, потому что в свое время ему руку помощи тоже протянули. Угу. И поэтому подписал этот договор. И в связи с этим стали вспоминать и про наш фестиваль, говорить о нем. И очень много за последние вот эти полторы недели обращений ко мне в личку, звонят, интересуются, как принять участие. И мы даем советы, с удовольствием рассказываем о нашем фестивале. И, слава богу, в том числе появились краснодарские участники проекта. Ну, к слову сказать, что эти картины можно будет только на фестивалях демонстрировать, то есть в сеть нельзя выкладывать, в общем, никакой коммерческой подоплеки не должно быть. Да, есть несколько условий, когда вы заключаете договор, нельзя этот фильм выкладывать в интернет, нельзя показывать по телевидению, можно показывать только в рамках каких-то фестивальных показов, таких как «Доллар Бэби» «Раша», и другие любые международные фестивали. Uh-huh. И мой совет, есть там еще одно важное условие, когда вы заключаете договор, с момента подписания должен пройти не более одного года, то есть дается один год на создание этого фильма. Если вы не успеваете, значит, ваш фильм уже не считается «Доллар Бэби». Есть вариант пролонгирования договора, но uh-huh. он достаточно сложен. Поэтому вот мы сейчас... Собирайтесь с мыслями. Да, да. И лучше подготовиться заранее, прежде чем вы подпишете договор. Вот как это Марина себе поступила. Марина, да, ты счастливчик? Да. Ну, рассказывай, да. Уже собралась с мыслями, уже знаешь, как это все реализовать. Ну да, наверное, это случилось еще в прошлом году. Мы долго думали, хотим ли мы снимать, и решили, что хотим. В прошлом ноябре отправили заявку, а нам ответили вот буквально недавно, и мы хотели тебя побыть нашим свидетелем в процессе подписания этого договора. Ответственность такая. Да, мы приготовили 2 экземпляра. Я бы хотела, чтобы об этом узнал мир. Поможешь да, мне? Если это возможно, мы бы хотели сейчас давайте, сразу вот сейчас да, прямой эфир выйти. Прямой да. эфир в прямом на эфире. Телевидение, да, и... Это очень важно, потому что я один из тех людей, который знал о проекте довольно давно. Но я видела страничку «Доллар Бэби Раша». И вот, пожалуйста. Но я не верила. Что сейчас будет происходить? Да, рассказывайте. Мы сейчас подпишем 2 экземпляра договора со стороны Кинга, есть факсимиле, и подпишет Марина со своей стороны и свидетели, Катя и я. Мы подпишем и отправим. У нас, покажи, пожалуйста, есть $1. Куда показывать? Доллар. Вот, у нас все, есть $1. Все по-честному, да. Поэтому и проект называется «Доллар Бэби». Мы вложим в конверт. И этот один экземпляр мы отправим по известному нам адресу в офис Стивена Кинга. И можем приступать к работе. У нас будет ровно 1 год с момента подписания договора. Ну все, давайте приступать пожалуйста. К ответственному. Так, проверка соединения. Проверка соединения. У нас Марина не единственный участник этого проекта. Я думаю... Что прямой эфир на телевидении работает, прямой эфир в интернете, что-то не получается. Да. Думаю, давайте видео подпишем, да, просто снимем, да, потом смогут. У нас будет доказательство. Марина не единственный участник из Краснодара. В прошлом году еще один краснодарец подписал Петр Ангелов договор. Угу. И в апреле приступит к съемкам. Мы подписываем. Марина подписывает договор со своей стороны. Теперь свидетели. Так, прошу. Так, да. Так, Екатерина. Так, я где должна расписаться? Свидетели. Угу. Так. Так, второй экземпляр. Ох, ответственно-то да, как. Теперь... А я хочу нашим телезрителям показать, да, каким образом выглядит. Вот сам Стивен Кинг.
Дело сделано. Теперь Марина придется снимать. По-любому. Да, теперь обязательство. Так, пожалуйста, Андрей. Да, и второй свидетель. Я подписываю. И у нас договор получает свою легитимность. И добро пожаловать в клуб. Ну что, все? Желаем тогда обязательно, чтобы работа была успешной, вдохновенно трудилась. Ну а мы увидим, да, Андрей, эту работу? Обязательно. Мы позовем, расскажем и расскажем на Кубань-24, пригласим на премьеру не только фильма «Марина», но и других работ, потому что люди пишут, снимают. Поэтому снимайте, пишите. Это достаточно легко. Заходите к нам в нашу группу «Доллар Бэби Раша». Мы обязательно вам поможем и при съемках, и при составлении документов. Мы открыты, потому что это такой конкурс, даже не конкурс, это просто проект для всех. Поэтому мы хотим работать со всеми. Все, до встречи. Спасибо. Еще одну секундочку. Я хотела просто напомнить, что если ребята не снимают, они могут поучаствовать в нашем проекте как актеры. Мы объявим кастинг и непременно выложим об этом информацию. Все, тогда в группах в соцсетях можно найти эту информацию, да, и поучаствовать. Здорово, спасибо огромное. Спасибо. Такими сегодня были новости культуры. Оставайтесь с нами.